Всем привет, это 3 на 3, Майкап против Гарена. Состав Кроули, Бугор, я, Рассал. Против нас Смартабус, Александр, Ис и Супер Казах. В опсах у нас Славик сидит. Непонятно, мод не прописали. Давайте Рубика возьмем. Толкового нету, не вижу. Поставлю. Нет, сразу заору. О! Неплохо. Что тут у нас, Арчи? Так, я начну с дерева. Надеюсь, кину тут на вторую. Так, пацанов, черки, призумно. Отвод состоит из яйца, о, этого протона и гнола. Думаю, дефнется все это. Поставку парням. Так, что на второй-то? На второй-то ничего толком нечего поставить. Залюблю я виспов пару штучек. Отвод сделаю. Кину три лучки. Виспа. Сделаю отвод плюс нано. Я Санта поставлю сюда одного. Так. Так вот. Правильно же посчитал. Раз, раз, половина. Да. Сейчас надо нормально стопнуть, будет все в ажуре. Вот, урса пришла. Стакаем вторую сторону. Вот так вот. Все отлично. Или нет. Небольшая пробежечка будет. Нормально. Крестьянин неплохо потанковал. Что тут у пацанов? Пацаны немного ликнули. Сделал я 3-1, наверное. Не буду 4-1, 4-0 делать. Сделаю лампу побыстрее ему.
побью все, дерево по идее успеет. Поставлю на вертушку. И отводик усилю. Так, тут три рычурки. Должен быть дед. Нина. Печально. Ну, кинул утку тоже. Закида нету. Нормально. Так. Да, там хорошо. Так, солист там пускает. Вот думаю, наверное, через два дерева пойду. Закажу 5-1, наверное. И два дерева шибану. На всякий случай сделаем. В три дерева пойду. Апну на вертушку на шестую. Тем самым дефну. Неплохо. Да, на кросс вряд ли они будут кидать. Это легкий, да? Там нет. Дело. Так, ну если закинуть сортами, то кросс может потечь. Сейчас посмотрим, что будет. Ребята не кинули. Делаю я 5-2 и попытаюсь как-то дефнуть шестую волну. Там походу деф.
Нет, лик есть 14 штук с мидом. Походу там гирова что ли. О, зависло. Так, что с интернетом? О, развисло. Потом продам пиасата и поставлю в тридирова, пойду. Что у нас за скилл? Волна. Так, что там они накидали, ауры. Вышло неплохо. Поставлю дерево. А, попытаюсь еще в отвод. Да, еще косяшку. Да. Наверное, на 8-ю апну вертолета. Орки есть. Стакаю их. Два орка. Не знаю, на что они надеются. Легкая еда. Сделаю я, пожалуй, 7-3 сразу. Вот дерево первое упало. Ну, на остальных не хватит силенок. Вот нас ликнули. Что-то обратно интернет колбасит.
Зря я спанул. Так, что, закинули, нет? Возьму короля. Да, с этой скилкой мы как-то не разобрались. Хремита. Так, думаю, я так дефну. Где-то лед махатака. Все тут махатака. Я на дерево апну одно. Вот это дальнее. И попробую одного босса забрать. Кину еще одну виверну. Так, неплохо засыл, неплохой. Верно пошла. Засыла нету. Значит, все правильно сделал. Лапаем короля. Пока дефа, ну что-то, я думаю, штуки 20 ликнут, было бы неплохо. Нет, дефа. Так, поставлю антигулю.
сотка инка на дуэли. Так, вот король, этот босс вышел. Ну да, я тут вряд ли даже одного босса заберу. Оу, даже не тот босс, что ли, да, вроде тот. Ну да, я тут всех пустил. Печально. Походу тут две хилки уйдет, не, нормально на одну. Так, как у меня один. Нормально, без хилки даже ушли. Так, думаю, у меня будет 7-7. Так, налажали с антигулей. Ну ладно, что делать. Хилку не отдали. Самое главное. Если выиграем дуэль, я смогу еще апнуть разочек. Но мы не выиграем дуэль, потому что валы там куча. Кто-то у бугра бомбит. Ну, что-то у меня мобы вообще разошлись ужасно.
Нам было все-таки убрать вот этого дальнего. Надо было не всех посылать, ну ладно. А, пол дерева. И все. Са командр плюс. Ты там одно дерево. А я поставлю не апнутая, потом на 14 ставлю апну. Ладно, помогу. Сделаю 200 инка. Так, да, скорее всего, что они будут кидать на 14 или 15. Ну что тут у них? Пока я с них лордов вижу. Надо делать 7-9.
Так и есть. Так, 7-9 есть. 17-ю закинем. Так, Сашка делает 7-10. Так, что, закида нету? Делаю 4 апнутых дерева, потому что боюсь, что он придет на 15 волне. Возможно. Да, скорее всего, так и будет. Так, что тут у меня? О, ну ладно, сделаю так. Что-то я отвлекся, забыл ламп. Так, пацаны, что ли, надеются на 17-ю? Фу-фу. Оставлю 7-10 за полем. Да. Фух. Однако. Обидно. Ну, в принципе, гидры есть, можно их клепать. Поставлю на сразу. Апну дерево последнее.
Кину еще волка, еще может варлока сверху. Так, вот, у меня на тайда остается. Поставлю арчу. Здесь двух поможет. Есть рукса, есть. Ух, ноль демонов. Уху-ху, вау. Да, это плохо. Ну, я пущу только инком. Да, так и будет. А, там у нас 35, там 51. И что-то очень-очень плохо все. Вот такая, короче, игра вышла. Всем спасибо за просмотр. Если какие-то вопросы будут возникать, пишите там на Ютубе или в группах ЛТД, где эти видосы залиты. Всем спасибо за просмотр.